В этом видео мы рассмотрим движение рук и ног Крейга Феллона, когда он выполняет его сэ-атоши – бросок через спину с блокировкой ног атакуемого. Феллон использовал два различных варианта захвата рукава в зависимости от положения соперника. Если соперник находится близко к нему, он предпочитал этот захват и выведение из равновесия. После того, как он перехватывал захват за отворот из правой руки в левую, его правая рука захватывала локоть соперника, надавливая вниз, а затем втягивая внутрь. Правильное выполнение этого движения является ключом к нарушению равновесия соперника и создает возможность для сэ-атоши. Если, однако, между Феллоном и соперником есть достаточно большая дистанция, он выбирает этот захват рукава. На этот раз захват берется под локтем, захватывая рукав куртки кимоно. Он тянет рукав в сторону, чтобы нарушить равновесие, а затем направляет вниз, выполняя сэ-атоши. Дополнением к быстрой атаке после взятия отворота служит движение ног Феллона, что является большой неожиданностью в его исполнении сэ-атоши. Его двухшаговое движение предназначено для того, чтобы повести соперника за собой, прежде чем он начнет атаку. Но он не завершает второй шаг левой ногой. Как раз в тот момент, когда он собирается завершить второй шаг, его левая нога делает диагональный шаг вперед, опуская колено на татами для сэ-атоши. Одновременно с этим движением он поворачивается на правой ноге, подпрыгивая и спускаясь под прямым углом. Таким образом, он оказывается в сильной позиции, где он может поднять левую ногу вверх и завершить бросок. Эти и другие видео на Superstar Judo.